Организацию работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обсудили члены антинаркотической комиссии. Рассматривались вопросы, касающиеся реализации мер по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни в общеобразовательных организациях и профессиональных учебных заведениях округа. На заседании отмечалось, что в округе постоянно ведется работа по организации досуга, отдыха и оздоровления подростков, а также по их временному трудоустройству в свободное от учебы время. Так, за три квартала этого года было трудоустроено более 600 несовершеннолетних, из многодетных семей – 89, из неполных – 128. До конца года планируется трудоустроить 125 подростков. На заседании также были подведены итоги антинаркотического месячника «Щелково за здоровый образ жизни». На эту тему в клубных учреждениях округа было проведено более 100 профилактических бесед, состоялось более 40 мероприятий, в которых участвовало более 6 тысяч жителей. В образовательных организациях также проводилась работа в рамках межведомственной профилактической операции «Дети России». В ходе ее на классных часах и собраниях, в беседах, нацеленных на формирование негативного отношения к наркотическим и психоактивным веществам, приняли участие более 22 тысяч школьников и их родителей. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.